Умница, умница, посмотри. Хорошо. Как же я люблю Ямай, который понимает, что нужно делать. Здорово, народ, вы на канале Арти. У нас новая катка, снова Смайт. У нас Аполлон. Я им крайне редко играю, хотя раньше он был один из моих любимых, наверное, АДК. И там интересный билд, он сейчас максимально актуальный в 7-м сезоне, поэтому я решил ее выложить. Хотя катка уже, ну, грубо говоря, старенькая, у меня даже стул успел поменяться. Вот, катка с луками, через серебряный лук. Ну, собственно, там все я объяснил, по-моему, если не ошибаюсь. И с вас тогда лайкусик, комментарий, как вам билд, и хорошего просмотра. Бастет норм в лейт-гейме, вообще не норм ни разу. Нет, Цукиями нормальный. Цукиями нормальный сейчас. Так, 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 так. Бастет, скорость атаки, да. Да ёб твою мать! Остановись, медведь! Таим с утреца, да, у меня? Труп. Или я труп. Блять, ну нажми кнопки. Извини, чат. Ноль попадать. Да вообще не говори, первая катка, я уже не могу попадать. Лол. Ладно, ладно. Да нет, топ-урон. Топ-урона не может быть без попаданий. Здорово, здорово. Почему, блин, Ямая, блин, у нее же даже мана не нужна. Старость. Ну, есть такое, да. Попадать будешь? Да, да, я выиграю сейчас эту карту. Я затроллировал вначале, дал им шанс, дал им шанс. Дал почувствовать им вот это вот. Вот это вот. Все, чекайте, чекайте. Все, два трупа, смотрите. Блин, бесячая, конечно, Артио, на самом деле. Вот, смотрите, попадаю. Вот, смотрите, не миссаю. Смотри, не миссаю. Очки фармить буду, так правильно. Очки за просмотр стрима, капец, как нужно фармить. Поэтому приходим на стрим, заходим на Twitch и фармим. Я сам фармлю. И вам, как говорится, советую. Я обещал два трупа, чат, обещал два трупа. Да, так, а так, прожмись только. Умница. Почему нельзя отключить это дерьмо? Извините, чат. Сука. Ладно. Сет и пиле норм сейчас? Сет, да, пиле. Ну, сейчас все, кто с руки наваливает, такие себя. Ты и твой саппорт? Нет. Я же сказал, убью, блин, не верите мне. Неверующий чат, вообще неверующий чат в стримера. Я же не разомнялся еще. Лакер, да что такое-то? Или лакер кто этот? Да, 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 все, лакер, не я, да. Стоп. Ты так имел в виду, я надеюсь. Блин, так мало опыта за нее дают, и так много хп нас брюет, что вообще, по-моему, бессмысленно, не? Да я-то за что лакер, не пойму. И сейчас то тоже лакер, да? Как чат полный грандмастеров аналитиков может верить стримеру с низким МВР, это да. Есть такое, это согласен. Отстань от меня, япона мать.
Накидал. Просто на базу, брать. Просто на базу. Не дорос еще. Ну, удачного стрима. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Блин, вроде как стоит за сапогом сходить, а вроде как хз. Ладно, схожу за сапогом. Не хочу... Да, он уже с сапогом. А у меня рандомный стоит, Дим. У меня рандомное возвращение стоит. Сейчас выпал спиннер, да. Волну держит. Крыса. Нечестно, не по-джентльменски. Не по-джентльменски, конечно, с его стороны. Пусть стоит, чё. Пока бабку кормлю. Не-не, не на этом скине. Ботинок купил, потому что он ботинок купил, кипер. Я не хочу ему проигрывать сейчас в файтах. А я бы... У меня на перчатку не хватало. То есть я бы по-любому бы проиграл бы ему файт. Middle tower. Здорово, Уилл, здорово. Здорово, Сань. Братанчик долго выбивает баф. Хороший. Понимаю. Понимаю. А, так а чё, я подержу тоже волну туда. Отговорки, что за отговорки-то, не понял. А какой смысл мне был кусочек покупать этого, если я мог купить фулл сапог? И последнего не добил. Он больнее бьет, кстати. Почему? Просто вторым куском перчатки он больнее бьет или что? Он думал, если он попадет, он прыгнет в меня. Кстати, вы видели? Он собирался. Только не понимаю, зачем у него ульты нету. Не давим его. Ой, не давим, не давим. Да я вижу, 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 вижу. Ну добивай. Почему я опыт не получил далеко, типа, или что? И Фенрир пошел атаковать. За перчаткой пойдет. Если не пойдет, тогда я пойду за перчаткой. Ну, пока все нормально, пока все нормально. На самом деле, мой то, что я первый раз отдался, это такое себе было. Вот. А дальше, я думаю, пойдет хорошо. А дальше, я думаю, пойдет хорошо. Но он вроде не глупый, вроде нормальный. Зевс там есть тоже плохо, блин. В лейте будет больно. Так.
Не хочется драться ему, смотри. Окей, 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 я услышал. Сейчас пойдет мне мешать. Смотри, выбивать мой баф будет. Сейчас ульт прилетит. Он ни разу, да еще в меня станом не попал. Be careful. Здорово, Глеб. Домой, и ты домой. И ты домой, братан. У меня есть ульт. Хорошо. Атак the Gold Fury. Сейчас один буду в соло бить Gold Fury. Да не, это понятно, чампыч, но ты же понимаешь, лучше же взять не хепри на соло. Я бы предпочел какого-нибудь, не знаю, воина с контролем, с уроном, потому что у хепри не будет урона все равно. Что он взял, интересно, Хоуи? Ага, ага, ага. Хоуи, короче, идет через криты. Так как у нас Хоуи, против него криты не вариант собирать, и мы собираем фулл скорость. Ну скажи, Эстеринг, скажи, скажи. Попробуй, попробуй, попробуй. Урон, блядь. Да блядь! Почему так больно, блядь? За игру на розыгрыш упустили? Ну, вчера была Катарина, я разыгрывал. Блин, я так не хочу ему линию проигрывать. Так. Он еще не ходил на базу. Сейчас будет на левел больше, чем я. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Чел меня просто по тавркой убивает. 14 левел он, блядь. Что за прикол? Шаль, беда. Или нет, наверное, нет. Наверное, нет. Опять команда не работает. Хипер, ну ёптеть, блять. Опять команда не работает. Никогда не было, и вот опять. Activate.
Вчера ведь не работал. Уже несколько стримов не работает, Хипер. Я же вам сказал, я их пока отключил. Пока не придумаю, как пофиксить то, что вы спамите ими. Потом включу обратно. Братан, так не работает. Когда хонбаца нет с ультой, так не работает, брат. Умник, блин. Не, не только Рома спамит в том-то и дело. Как вот, братан, две таворка и проигрывает за один файт, кстати. Я мог сейчас с ультой полететь, но нет. Вот так вот преимущество и уходит за один файт. Хорошо. Пока. Пока что хорошо. Кого из АДК лучше взять? Если новичок, то лучше на нейт какой-нибудь учиться играть. Она норм. И миснуть не миснешь, и нормально. У меня есть чувство, что я до сих пор топ-дэмэдж. Есть такое? Нет, Марлин молодец, передамажил меня. Здорово, маленькая. Да нормально вроде все, пока нормально. Стрим только начался, не знаю. Может быть, стрим не поднимет жесткое настроение, может быть, наоборот. Как катки пойдут, как все остальное. Посмотрим. Мне нравится, что он бац... Ага, все. В нашем джангле фармит. Это вообще бред полнейший. Ой-ой-ёшечки-ё-ё, вот это урон. Я бы мог убить сейчас его, скорее всего. Здорово, Артурник. Ой-ой-ой, Фенриру как больно, брат. Я его убью, я там еще. Он без эскейпа. Умница, умница, посмотри. Хорошо. Как же я люблю Ямай, который понимает, что нужно делать. Припушит Т2. Ай, Кепри Т2 пушит, лол. У меня же команда здесь была рядом. Хорошо. Хорошо. Я хилис, хилис, ребята, хилис от крипов. Хорошо. Ну, вроде неплохо все стало, да?
Так. 30%. Ну все, следующий лук, и у нас full cup получается. И, собственно, этот билд мне этим интересен. Посмотрим, как он на Аполлона с его пассивкой-то зайдет. Я не знаю, он просто рассыпался. Много очень урона, конечно, у Фенрира на самом деле. Хорошо. Monkey Betters. Да, я вижу. Зевс ульт, окей. Это хорошая новость. Но лучше б манки был ульт. Как же больно я ей накидал с квинцами-то. Пару раз попал, пол хп оторвал. Блин, я Кепри спас, я видел то, что на ней ульт висит, но я думал, я успею добить. У меня будет ульт сейчас, если они будут все 40 секунд драться, что вряд ли. Здорово, вроде ноги, здорово. То я бы еще подтянулся, наверное, бы. Геркулес пошел разматывать в Солянова. Я бы на нашем месте сейчас бы ФГ бил, конечно. Ага, Герсиас, ага. Блин, не знаю, ладно, давай кусок хотя бы заберу. Ну вот он, собственно, и кап с этим луком будет. Здорово. Я не пойму, будет у них файт или нет, я не буду пока туда улететь. Блин, у них будет файт. Подбодрю их, то что я иду. Надеюсь, файт будет. Уф! Как же хорошо зашел. Ах ты ж. Окей. Да тихо! Я умер. Прям в ульте, блядь. Убью его. Нет. Ну помоги, встань передо мной. Ну ёптеть. Ой-ой-ой, как же он больно бьет. Не, Хуи более-менее нормально играет еще. Хуи еще нормально, более-менее играет. Чуть Геркулеса не убило, блин. Так. Здорово, Сибирн. Спасибо большое. $25. Что я могу еще больше взять себе? Блин, я бы Берсерка бы взял, конечно. Он меньше дает. 25.
Ну вот можно отравленный, кстати, взять. Можно отравленный взять и будет норм. Остальное вроде все поменьше. Думаешь, Ашвейль? Да вроде да, Чампич. Непонятно, надолго ли. Ну, на Твиче зрителей стало в разы больше, потому что многие с Ютуба, понимаешь, открывают Твич, чтобы фармить очки зрителей. То есть от этого зрителей у меня больше по факту не становится. Это печально. А, тут 30 в натуре. На Ишвейле 30. Это хорошо. Я почему-то думал, что на нем 25 тоже. Уф, душит. Блин, я бы ультанул, но не хочу. Хороший. Их там четверо. Ага. У меня вся команда за хунбатсом гоняется за одним. Здорово, адмирал. Пошел замес. Уф, урон. Уф, хорошо. Ну как хорошо. Тяжело, блядь, идет. Ой-ой-ёшечки, ё-ё. Я умер. Атак Fire Giant, атак Fire Giant. Мы все без хп, Fire Giant, блин. Чё за колы, блин? Нас просто по одному убирают. Господи, у нас команда сильнее, но мы умираем все по одному, понимаю. Так, 2400, ага. Да и швейли далеко еще. СФГ пойдет бить. Лол. Уф, хорошо, я прям видел. Состелил же, да? Я не знаю, правильно я делаю, что лечу туда. Но он вроде убивает там всех, лол. Что меня застанило, блин? Ошибка, братан. Просто ошибка. Уф, хорошо, пошел. Хорошо. И ФГ они состилили. Мне нужно фулл билд собрать, можно? Но они вряд ли все сдадутся, конечно. Поэтому будет фулл билд. Нормально. Что? Я не понял, как это произошло, типа лол. Но он от моей двойки не застанился. Это как? Я умер. Не знаю, как будто бы у нас нет фронтлайна никакого, непонятно. Ну, короче, вот так вот выглядит приблизительно этот фулл билд. ХЗ. 7 стаков. Я не знаю, можно ли больше собрать. Ну, типа, в теории можно продать перчатку еще.
Можно продать еще перчатку и вместо нее тоже что-то взять, типа, не знаю, Айси. И еще 25% накинуть. Я не знаю, будем пробовать. Чтобы прям на максимум. Я еще быстрее не знаю, как билд сделать. Еще быстрее. Не, я знаю, понятно. Ну, типа хз. Имеет смысл вообще стакать так. Он же на 0.2, да, по-моему, прибавляет. Да, каждый 0.2. Ну, такое, типа. Как сейчас можно получить пьедестал? Да, наверное, да. Я не знаю, в свободной продаже, по-моему, пьедесталов нет. Прям, чтобы отдельно пьедестал купить. Ну, вроде бы. Так, еще есть баф. Еще есть баф. Он же тоже даст скорость атаки. И, соответственно, даст силу мне. А что это за стак появился? 59 силы. Серьезно? Но не силы 59, а этот... Надо убирать ховы. Серьезно, от бафа такой прирост будет? Братское сердце, как ты не поймал его? Я думал, это баф мне дал, а не моя настаканная пассивка. Чуть не попутал, блин. Блин, прикольно овил, прикольно. Я смотрел обзоры, это очень классная штука на самом деле. Бац, бежит зачем-то. Две машины, а не одну? А почему? Там же основная машина. Это ж с камерой, да, которая машинка гоняет? Уф, вот это урон. А почему тебе две дали? Лол. А, нифига, прикольно, прикольно увел, это очень круто. Это прям, это хороший бонус за предзаказ, знаешь. Здорово, 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 Кик, здорово. Пошлите, все, у нас сейчас очень все сильно. Слушайте, ну в принципе рабочий билд. На Аполлона так точно заходит. Не знаю, зайдет на Артемиду, зайдет на Изанами 100% этот билд. У меня танца на него нет. У Аполлона нет танца? Прикольно. На Раму, да, зайдет. Ну в принципе у всех, у кого есть хоть какой-то маломальский баф на скорость атаки, зайдет в целом. Нормальный билд, неплохой, мне нравится. И бьет больно, как бы. И бьет больно и стреляет быстро. Что еще для АДК нужно? У них пока нет хунбаца. Мы можем начать драться или нет? Хорошо.
Да я накидываю им нормально все. Чертов Зевс. Хорошо. Хорошо. Как я не попал одним? Это хилится хорошо же. Из-за скорости атаки, посмотри, что за отхил. Я его сжег просто, лол. Да какой ретрит, деритесь. Блять, ну какой ретрит. Они боятся в ульт зайти даже. Блин, ну что за сыкуны. Конечно подрался, блять, сзади стоят просто. Ретрит, они фуловые стоят, посмотри. Они фуловые стоят, там маг стоит. Мы бы их убили за одну секунду. Лол. Бред. Четыре в два, ретрит. Так я про то же говорю. Не 4 в 2, нас трое там стояло минимум. И все фуловые. И у них двое стояло. И крипы еще шли. В смысле, они не слышат? Они что, не смотрят вперед, что ли, или что? Как это не слышат? Я киллов уже прям переетывал. Но я топ все, ё-моё. Не, ладно бы они убежали и начали бы назад бежать. А так они ретрикали, но смотрели, как я дерусь. Мое почтение. Если ты ориентируешься только на колы, то это печаль, беда. Так а я же врывался, Дим, они же это видели. Я понимаю, что меня быстро убили. Но лол, они же это видели. Да в смысле, при чем здесь мысли читать? Ты что, не можешь оценить объективную ситуацию, смотря в игру, а не на кол, лол? Так не работает, мне кажется. Я, конечно, что-то не понимаю. Вроде как это логично. Я умер? Нет? Нет. Мне Зевс урона не нанес, лол. По-моему, два стака получил, да? Да, блять, дайте я выйду из этого дерьма. Ой, жалко, жалко, что не застанил, сейчас бы он умер. Легко закончил. Изи. 16-8. Хороший билд, мне нравится. Даже, наверное, больше критов, я хз. Наверное, даже больше. Не, этот билд вообще универсальный. На любого АДК, который бустит себе автоатаку. Прикольно.